Позади длинные уроки, короткие перемены, домашние задания и беззаботная школьная жизнь. 25 мая по всей России прозвенел последний звонок. В актовом зале школы Лига Первых родители, учителя, выпускники. С напутственным словом к вчерашним школьникам обратился глава городского округа Дмитрий Волошин. Вы можете на нас рассчитывать. На своих родителей, на администрацию города, на большую команду Химки, депутатский корпус, который всегда с нами вместе работает на благо населения. Потому что мы можем быть вами, может быть для вас во всем подспорьем. В любых вопросах, которые у вас будут появляться, мы готовы помогать не только словом, но и делом. Для гостей подготовили творческие номера, показали видеоролики, прочитали стихи и спели песни. Удачи во взрослой жизни выпускникам пожелали ученики первых и десятых классов. Вы теперь выпускники, а мы первоклашки. Повернем мы вспять деньки. Про жизнь расскажем вашу. Поздравили старшеклассников с окончанием школы родители и учителя. Многие не смогли скрыть своих эмоций в этот день. Очень трогательно. Не хочется прощаться как-то. Всех довели до слез. Радостно, что я наконец-то ухожу из школы, но грустно, потому что я провела в этой школе больше 7 лет, наверное, 8. Вот, конечно, грустно расставаться с ребятами. Вот он, самый главный рубеж между детством и взрослой жизнью. Еще вчера эти ребята сидели за одной партой, а уже сегодня прощаются со школой и слушают последний звонок. Учебная жизнь закончилась. В этом году из химкинских школ выпускают почти 4500 учеников 9 и 11 классов. Мы, конечно же, хотели, чтобы они выучились и вернулись в городской округ Химки работать. Поэтому мы за эти 5 лет подготовим им рабочие места, которые будут востребованы. Впереди у ребят непростая пора – экзамены и поступления в высшие учебные заведения. Последний звонок навсегда останется для учеников светлым воспоминанием о годах, проведенных в родной школе.